Норвегию часто называют страной победившего социализма, в которой идеальные люди живут, идеальная жизнь, еще называют огромным пятизвездочным отелем, в стране нет бедных, богатых, все люди представляют собой средний класс, уверены в завтрашнем дне, жизнь по расписанию, а в Норвегии в то же время совершается в два раза больше самоубийств, чем в Италии, и в 2,5 раза больше, чем в Греции, где социальное положение не такое хорошее. Почему это происходит? Чего людям не живется? Наверное, все-таки ему чего-то еще не хватает. Причем настолько не хватает, что вот эта вот его сладкая жизнь, животная, она еще больше подчеркивает, что у него нет, наверное, самого главного. Для чего, зачем, смысл. Поэтому, естественно, что по мере того, как люди развиваются, растет их эгоизм. Поэтому они развиваются. Они видят, что в этой жизни им наполнения нет. Тем более, когда оно есть для всего животного, это только подчеркивает, что нет ничего духовного. И, конечно, если вдруг возникает новый уровень эгоизма, который запрашивает, а для чего ты живешь, по сравнению с тем, что у тебя есть все? Ну, чего тебе еще надо? Спрашивает этот возросший эгоизм, то человеку нечего ответить. Человеку нечего ответить ему. И поэтому настолько это душит его, что ему все опостыло. Вот интересно, что от страданий таких физических человек практически не кончает собой в Африке, нет, от голода. Нет, никак. Нет. Человек кончает собой только от безнадеги, что называется.